поступил звонок. Получается, вот здесь, вот на этом месте, вот на вот этой вот проволочке, висел весь вот этот вот кусок раствора. Попросили удалить. Ну, как бы то, что поломанное удалили, и сказали, по возможности, снимите вот этот кусок, ну, уберите вот этот кусок раствора. Вот, я бы рад, но есть маленькая тонкость. Здесь вот этот вот кусок плиты, вот. Я понятия не имею, на чем он держится, есть ли там сварка или нет. И есть некая доля вероятности, что если мы раздолбим вот этот вот раствор, то вот эта плита благополучно свалится вниз. А нам этого очень сильно не хотелось бы, потому что внизу такая вот кровля. И что происходит снизу, вообще непонятно. Ну, в общем, как-то так.